край родной навек. Ради прикола переметнулся. Ага, где найдешь. Называется шут гороховый. Шут... Лови. Ай! Слушай, извини, я... Я не хотел, думал, ты словишь. Послушайте. Ой. А почему вы мне все время тыкаете? Ну, я же извинился, ладно. Ну, почему ты извинился? Почему ты мне тычешь? Мы с тобой что? Ну, что? Вот пол играли. Водку пили, что побаловать, а? Что такое? А почему ты все время ржешь, а? Да кто ржет-то? Ржешь ты. Почему ты ржешь? Кто ржет? Ну, ты ржешь все время. Ржешь и ржешь. Да кто ржет-то? Что ржать? 5 часов сиди. Да ржешь, я тебе говорю. Ты клоуна себе нашел, что ли? Да? Я тебе клоун. Вот он, где твой смех? Вы же посинились, как удавленники от вашей ржатики. А хочется смеяться. Вас смешу. Вы смеетесь везде, всегда, надо всем. Вы еще в зал не вошли, а уже хари свои ржать приготовили. Вам смешно абсолютно все. Жизнь, смерть, цунами, землетрясение, а вы ржете. Полстраны замерзла. Милиционеры убиты. 5 миллионов детей без призора. А почему смеетесь? Почему это? А потому что когда серьезно, вам страшно. Я недавно тут в Москве на сборнике вышел и стал с публикой говорить всерьез. О своей жизни и жизни, об этой вообще. Смеялись все. Подумали, шутка такая. Думаешь, плюнул бы из зала публику в первый ряд. Тьфу! Так смеяться же будут все равно. Ничего не поймут, подумают, такая шутка.